Ну вот команда в сборе уже, да. Вот Женька, вон Андрюха. Сейчас они докурят по своей очередной сигарете. Нервничают, переживают. Доедем ли мы до гаража? Нет, до гаража мы не уверены, что далеко. Да. Сомнений нет. Да. Смотрите, самое главное, прогноз был. Солнце светит. Уезжаем в хорошую погоду. Но там по прогнозу идет дождь. Прицеп прицепили. Нынче он у нас модный. С новым трендом. Вот Наденька. Ребята решили еще раз перекурить. Время без 10:07. Думаем, часиком к 11. Ну, с учетом того, что мы заедем в Березники за продуктами, к Толику за каракатом. Если мы в 12 часов выйдем из Сёмы, это было бы великолепно. Сом несется. Всем привет! Мы из Куликовской выехали. Да, мы на двух транспортных средствах втроем. Мы прощаемся с асфальтом. Да, нет, мы сейчас его пересечем. И все. Да-да. Мы едем, едем, едем в далекие края. Вот по дороге на Нелингу остановились у свалки. Завозим материал. Дорожный материал завозим. Укрепляем дороги. Это топливо для тыртопики. Ну, блин, ты что всем рассказываешь-то сейчас? Мы баню будем топить и дом. Но сначала надо высушить. Как-то это дело. Ладно. Это бобры все. Кстати, фанера. Фанера-то, кстати, как будь тут и была. Вот такие вот грибы растут. Вон Сашка несется с картошкой. Угу. Забыли картошку у Толика? Ой. Ну, слава богу, приехал. Да. О, Димон тут баннер привез, оставил. Накрыл дрова. А! Я знаю. Все вроде бы как в порядке. Все вроде как гуд. Вон дрова сохнут. Он тут еще напилил. Тут дорогу накатали. Ну что, ждешь нас, домик? Вот здесь. Похоже, Дмитрий Владимирович у нас харчевался. Здравствуйте. Пойдем проверим. Порядок, чистота. Да, чисто. Все убрано. Он в горницу дверь закрыл зачем? Всем привет. Мы в хате. Только что сварили пельмени. Они уже все разложены по подсайкам. Можете посмотреть. Традиционные пельмени. Да, нелинские. Нелинские пельмени. На нелинской воде. Так и называются нелинские. Дайте мне сметанки, пожалуйста. Да, сметанки. И майонеза сметанки. А это все вкусно пахнет так.
Будем сегодня пробовать медовую. Евгений, у нас Евгений закашлял в березнике, и мы решили его просто согреть медом, да, вот, подлечить немножко. Нет, еще никого не снимаем, только вас. Все, всем приятного аппетита, ряба. Ряба у нас, да, ряба. Всегда с нами. Ну, пару слов, как добрались? Добрались отлично. Долго, но отлично. Да, Женя летел как самолет. Пуля. У него кличка Пуля. Я сказал, снаряд, снаряд. Кинжал. Это у вас Искандер. Мы были сегодня с прицепчиком. Нормально доехали, хорошо. Ну, за приезд, господа. Товарищи. Все будьте здоровы. Всем добра. Смена открывается. Ребята, хорошо, что не видно было. Шмель. А, красавец. Все, смена открыта. Солнце на запад. Всем привет. Мы снова здесь. Мне очень нравится. Суббота. 16 число. Накололи дров уже. Да, которые в прошлом году еще напилили. Накрыли, да. Пригнали сюда тачку. Труженица стоит. Да. Все, пробую. Печка топится. Но только вот таким образом. Дима, конечно, здесь накоптил. Такого у нас не было. Ну что поделать? Опыта нет. Так. Вот немножко грибочков. Надо их почистить. Но это же, блин, придурки рыбаки, блин. Они сначала все посмотрят всякие самые, всякие свои приманки. Дождутся, когда будет совсем темно, и при фонариках буду чистить вот эти грибы, да. Сегодня у нас на ужин жареная картошка с грибами, с жареным пассированным лучком и морковкой. Грибочки у нас уже довариваются, вот. О, все. Они уже практически готовы. Вот. Сейчас ребята без мата, просто берут и крошат картошку. Картошка жарится. Почти дожаренную картошку добавили пассированную морковку с луком. Дорогие друзья, картошка уже практически поджарилась. Он вообще даже, вы видите, да? Оператор должен показать, есть уже поджар. Вот сейчас, мы сюда добавляем. Чего? Грибы. Чего? Грибы. Свежесваренные грибы. Они только что стояли в лесу. Дай. Это красноголовички, маслят. Женя, давай иди, ты нам нужна помощь. Ты там где-то еще лук хотел нам добавить. Да, пожалуйста. Сюда надо еще добавить. Александр. А запах не передуваем. И добавляем еще немножко нежаренного лука. Свежего. Чесночок. Обещали чесночок. Чесночок в конце и соль в конце. Да, нет, соль уже все нормально, все по соли, все хорошо, не переживайте. Все будет хорошо, все будет шикандос. Смотри, ты снимай, какая подъедет. Блин, кто последний меня обляпал? Мы это сейчас будем все кушать. Мишаня! Мишаня, все зрители, смотрите, не завидуйте. Картошка выкопана в Сюме. Вчера.
вчера. Грибы собраны сегодня. Сегодня, да. Лук, ну, куплен есть. Сегодня. Да. И все это буквально вот на ваших глазах все это было. Все, ребята, все. Я заканчиваю репортаж, потому что уж запахи непередаваемые, да. Обалдеть. Да, мы еще ждем немножко, буквально ждем еще минут 5, 6, 7, 8. А пошел чесночок. Да, чесночок еще надо чесночок. Добавить. Еще чесночка сюда добавим. Ребята, чесночок это бомба. Бомба. Жека его тут стругал, блин. Меня кусает злой мух. Сейчас пойдет запах. Да, запах пойдет вообще. Но мы не перемешиваем. Мы перемешиваем деревянные. Обязательно пользуйтесь деревянными ложечками. Не пластиком. Да, пластик тут не надо. Он звук не катит. Не катит. Не жалеет. Это оргазм. Еще раз спокойной ночи. Еще не все. Это Нелинга, друзья, это Нелинга. Она творит чудеса. Ну, мы просто здесь тащимся. Так, еще что-то там Евгений куда секретный ингредиент несет. Больше ничего не надо. Все. Нет. Ну, хорошо, о, пошел, запашок, пошел. Давай, чуть-чуть. Что это такое? Что это? Что это? Не, это ты, ну что, мы потом все будем... Какие-то анаболики, анаболики. Сплошные... Ну, мне надо тоже. Потому что мне нельзя острого. А это не острое. Все говорят, что не... Я не знаю, что это, но что-то здесь Евгений сыпет туда. Надеюсь, не веселящий порошок. Слушай, это пахнет таким молочным. Каким?